Це цуценята, яких знайшли в центрі міста волонтери. Ми фотографуємо їх зараз, стараємося зробити якесь більш-менш подобие приличних піарних фото, для того, щоб знайти їм хазяїв. От зараз спочатку у нас тільки всі дівчатки йдуть, потім ми розмістимо в соцсетях, розмістимо на платформі GladPad, розмістимо на OLX. Вот, и будем детей пристраивать. Для любого волонтера, для любой организации 16 щенков, двоих мы уже, вот, правда, пристроили, а 14 щенков, это достаточно тяжело и финансово, достаточно тяжело им найти дом, это достаточно большая информационная работа, поэтому вот мы обратились как бы ко всем, помогите, распространите информацию. Кто хочет завести себе щенка, пожалуйста, приезжайте, Дюковская, 14, есть телефон куратора, созванивайтесь. Со своей стороны мы готовы потом помочь с бесплатной стерилизацией и в дальнейшими советами, там, помощью по уходам. В отличном состоянии, здоровенькие, перепуганные, их было 16, двоих забрали уже домой, осталось вот 14 маленьких разных размеров и похожих на разные породы. Есть похожие на лабрадоров, на овчарок, на среднеазиатских овчарок, поэтому выбор большой. Они себя чувствуют прекрасно, кушают по часам, ходят в туалет по часам, ждут своих плановых обработок. Все отлично, они готовы как бы к пристройству. Олександр Фечук, Ірина Кайдалюк, Борис Мисливцев, Йо Одеса.